Дорогие друзья, еще совсем немного, и мы будем с вами встречать новый 2016 год. Я хочу всем пожелать от всего сердца удачи, здоровья, счастья, любви и мира. Хочу, чтобы все желания и ваши мечты в новом году сбылись. Счастливого вам Нового года! С любовью, Лидия Крестовская и группа «Правила этикета».